Друзья, всем привет! С вами снова Ольга и ее семья. О, снег идет на улице. И сейчас мы поедем в торговый центр, в супермаркет и в игровую, в детскую с Ангелиной. Да, снег пошел. Поедем на такси, потому что здесь передвигаться пешком просто нереально. Только посмотрите на эти дороги. Здесь не то, чтобы пешком людям пройти, здесь даже машины не могут проехать. Снег не чистят вообще, совсем. Вот, и мы теперь не знаем, где наше такси, потому что у такси нет опознавательных знаков. Приехали в торговый центр, и сейчас Ангелина пойдет в игровую. Смотрите здесь, какая красота. Кого щипа? А. Ну что ж, друзья, мы заходим в супермаркет. Что, тележку надо брать? Ирева. Так, стой там. Машининги манкета. Здесь столько много вкусняшек, вообще всего интересного. Кунгумангейса. Сагушпингейса. Знаешь, что нам надо купить? Нам надо купить шпажки в Корею. Настоящие большие шпажки. У нас такие не продают, а мы шашлык жарим иногда. Шашлык это. Хангугаси. О, сейчас мы тут прикупимся. Так, здесь канцелярия. Все для школы. Альбомы, тетрадки, карандаши. А, маджа. Для Ангелины. Купим карандаши. Но мама не думала все. Да, ну и другое. Вау. Тапочки для Ангелины. И по? Они. Вы. Но не госа. Коси да кот. Ангелина, и сейкали. Тапочки Ангелины. Потом в поезде ходить еще будет. Синий цвет ее любимый. Вот еда — это то, что интересно. Нет, такой в пакетах хлеб не очень. Нужно брать свежий, испеченный. Вау. Да, вот это вкусное. Чиабатта, наверное. Парочку можно взять. А где щипцы, интересно? Или прям так, мешочком? Теплые? Нет, холодные? Теплые, но они свежие. Свежие? Тортики? Тортик не хочешь, Саня? Тортик. А, не знаю, это медовик? Торт? Нет, не медовик. Ну нет, он какой-то странный. Медовик я не вижу. Софья любит медовик, но здесь его нет. Вот всякое печенье. Отанго. Милка? Шоколад? Шоколад Милка увидала где-то. О, тут халва даже есть. Ничего себе, настоящая. Милка куаджая. Иго? Чоколад. Так, Соня себе уже твикс хапнула. Медовый тортик. И Милка. Печенье какое-то. Вот сколько печенья выбор, вообще огромный, капец.
Это же все не перепробовать. Иго хепараги роман денинго. Так, если не съешь, получишь. Я себе возьму, а ты себе отрежу, попробую. Ну, а то она не будет, это ей просто интересно. Очень много шоколада и всяких конфет в коробках. Смотри, какой интересный. Милку взял? А с печенькой? Его хангугиду пальчонать? Пора его. Ага. Ну, бери то, что не продают. Пепперо, смотри, есть ваш корейский. Пепперо. Конфеты на вес. Столько сладкого. В Корее и 1/10 части сладости. Сладкого столько нет, корейцы. Ну, вот так вот конфеты, они не едят. Сладкое вообще. Чай не пьют, поэтому сладкое не едят. Тут всякие казинаки. Это вот то, что более-менее не такое вредное. Соня снимает. Рай для сладкоежек. Беляш. А не вот там еще что-то очень вкусное. А. Они вот и вкусные. Посмотрите, тут всякие пироги, мамочки. Прощай диета, здравствуй жопа называется. А здесь все ручная работа, печенье. А? Кпанг, беляш? Йогин опсо, таринда сайда, шиджанга тунде. Это манты. Манты. Йогин опсо. Да, здесь уже есть замаринованный шашлык и козы. Козы мы брали у нас дома, есть. Не-а. Сенеруан могу йогин. Много-много-много рыбы. Плавники, судака. Хочешь что-нибудь? Всякие разные пельмени. Не хочешь? Сыр. Сыр у нас никто не ест. Самый бесполезный отдел. Колбаса. Такой огромный отдел с колбасой, капец. Кто ее покупает, интересно, столько. По крайней мере, покупателей не видно что-то. Не хочу колбасу. Да, у нас дома очень много колбасы. У нас были гости, мы набрали этой колбасы. Это кетчуп, это не кочуджан. Сосиски. Сардельки мы на рынке брали, сегодня сварили, девчонкам они не стали есть. Говорят, невкусно. Йогурт? Ага. Нет, давай лучше с холодильника возьмем. Нэнджангой сосаэр. То, что хранится без холодильника, это не йогурт. Иго? Ну да, этот в холодильнике хранится. Крекса. Машинен йогурт салька, анжелианте. Иронго, актимель. Ой, сайди, ой. Ой. Огурцы нам нужно купить. София увидела креветки, говорит, хочет сэу покумпап. Это такой рис жареный с креветками. Я говорю, ты их съесть не сможешь, потому что они на 100 раз тут морожены, переморожены. И к креветкам вообще не имеют никакого отношения. Они еще и все заветрены. Жесть. Нет, это точно не то, что мы здесь будем покупать. Ходим в поисках корейского рамена. Вот здесь должен быть. Если есть, то только здесь. Ролтон есть. Биг Бон.
Доширак. Доширак? А как темно. Корейского нету. Куда столько? С кимчи? Типа. Его могут тяна к этой маше обтагу. Его не кукогу. Мы такую ей заварили недавно, она ее всю в унитаз вылила. И опять на нее смотрит. Чипсы выбрала? Это сухарики. Ну-ка, дай посмотрим. Лапанья. Шашлык. Точно? Нет, она в Алмате просто купила какие-то. Там такая была дребедень, даже не сухая. А где Ангелинка? Она Ангелинка пить просит, я пришла за водой. Что вы тут увидели? Суши, роллы? Да. Суп я могу щипа? Да, окей. Сколько? Два. Которые? Давайте. Соня купила роллы, суши какие-то. И теперь ей нужен ополаскиватель для волос. Здесь есть отдел корейской косметики. Руки кунго садима. Чукумангоса. Лятпонмансики. Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Соня купила корейский ринз. Для поврежденных волос мы с собой не взяли. Сколько здесь попользует, а потом оставит либо Свете, либо в Амине. Это хороший для поврежденных волос. Это когда ребенок наигрался в игровой. Куда ты в рот дрянь всякую суешь? Гелина! Анде? Соня, давай, тестируй. Давай. Казахские роллы, суши. Палочки нам дали. Палочки бамбуковые. А, вот здесь только что-то типа роллов, кимбап. Самих суши нету. Имбирь, васаби, соевый соус. Йогинан, мео васаби. Так соскучилась по своей еде, что аж руки трясутся. Но это ничего общего не имеет. Нормально? Анмепчи. Вкусно? Вот он гугатте. Кимбап гатте. Как кимбап? Ну вот. Мама там себе корейский шампунь взяла с кондиционером. Повезет с собой в Россию. Говорит, в России не продают, а здесь вот в Усть-Камане продают. Настоящий корейский. И стоит, кстати, не дороже, чем в Корее. Я себе, друзья, взяла вот такие плавники судака. Хочу попробовать, что это такое. Я люблю погладать косточки, именно плавники вот такие. Пахнет обалденно. Сейчас посмотрим, как это на вкус. А Софья заварила себе дошик с кимчи. Мусумаша мепчинанчи. Вроде красный, а говорит, вообще не острый. Нет, ни капли. Софья пробует халву впервые в жизни. Говорит, похоже на цемент. Тальди. Тика чем еще могу я? Тики дыннылоня. Машисо? Вкусно, но много не съешь, конечно, это с чаем надо. Друзья, наша трапеза никогда не заканчивается. Уже который день мы здесь? 8-й день, наверное. 7-й, 8-й день. И у нас постоянная трапеза, бесконечная. Посмотрите, что здесь. Это язык говяжий, мама сварила. Мама варит язык. Как ты его варишь? Добавляешь туда черный перец, горошком перец, лавровый лист, лук, морковь для вкуса. Потом это все вода выливается, остается только вот такой язык. Но пахнет это просто божественно. Сейчас Соня будет. Это Соня захотела язык у нас. Соня, дегустировать, давай, да? Давай, дегустируй.
Юкхан? Нет, язык. Девочку. Да, рукой можно, рукой. Хлеб не надо, он же сухой. Эй, мунга. Анча? Кре? Кроп, где стайль боя? Друзья, всем привет, с вами снова Ольга и София. И сейчас мы направляемся в магазин одежды, в местный department store, можно сказать. И посмотрим, выберет ли там что-то Софья для себя. Как вы знаете, корейский стиль, он такой довольно своеобразный. Вот, поэтому будет интересно, понравится ли что-то Софии из казахского стиля. И мы сейчас поедем на трамвай. Смотрите, сколько у нас намело. Сугробы, метели. Вот так вот мы идем, закрываемся. Закрываемся от пурги. Противный мокрый такой снежок с ветром. И он прям летит прям в лицо. Бежим на трамвайчик. Соня ржет. Давай, залезай. Смотрите, какие билеты. Как в детстве. Соня? Здесь вошедшие можно пройти. Как тебе трамвай, Соня? Вот в этот прекрасный магазин мы и идем. Что ж, друзья, мы зашли. Так, здесь вот такие отделы с одеждой. Пудра. Это, конечно, все, не знаю, фирмы такие или просто названия отделов. Не имеющие ничего общего с брендами. Пока знакомых нам брендов здесь мы не видим. А? Аня? Какой national тут тебе будет? Вон свадебное платье. Эльза. Сапоги. Ботфорты. Не, ну одежда здесь, конечно, это просто... Я не понимаю. Я думала, такого уже не существует. Охренеть. Парадайз. Амба? Вы? А? Пилюя? Пафос. Да, название это все, конечно, пафосные. Ну это же просто звездец. Горчица. Кошмар, это с какого-то шоу уродов собрали. И здесь нет, да, ни Юникло, ни Зара, ни каких таких фирм. Ну и чё, всё? В общем, как-то так, друзья, и выглядит самый лучший магазин одежды в Усть-Каменогорске. Очень-очень грустно. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать серию влогов из Казахстана. Как видите, их не так много, они не очень интересные. На самом деле мы пробыли там всего 2 недели и очень мало чего успели из того, что планировали. Нам не очень повезло с погодой, там из-за схода лавин были постоянно перекрыты трассы, мы ни на лыжную базу не попали, ни на конную базу какую-то. Максимум, куда мы выходили, это какие-то магазины, рестораны, вот, в принципе, и все. Но все равно нам очень понравилось, это был такой теплый прием, встречи с родными, с близкими, с друзьями, это было просто незабываемо, и девчонкам тоже очень все понравилось, они ждут, не дождутся, когда поедут в Казахстан снова, скорее всего, летом. Летом, возможно, мы поедем туда опять, и это будет более такой насыщенный, более интересный отпуск. Ну, а мы с вами возвращаемся к влогам из Кореи. Всех вас обнимаю, всех люблю, и до новых встреч. Пока-пока. Санчик. Санчик. Санчик.
Санжик, когда вынесешь ганджу? Где наши бабки, бля, Санжик? Ой, да ладно, не важно. Попросила когда-то присмотреть мне за брата. Ему только 3 года, а мне уезжать было надо. Санжик, ты же присмотришь за брата. Слышь, время без забот. Будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцов напомнят нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы поколен, горы поколен, горы поколен. Если держишь шаг, никаких потерь. Просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Волны поколен, волны поколен, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких... Да ладно, чё ты классно живёшь? Белая стрекоза. Нет, нет. Как это жить в Корее, не помню. Опа, Gangnam Style. На мне Gucci станция, на мне Gucci бандана. Gucci кастрюля, Gucci Hannah Montana. Дай Gucci папа, со мной твоя Gucci мама. Да-да-да, мне Gucci Саня, больше ничего не надо. Окей. И ты не Gucci, совсем не Gucci. Мы все чисто распитали под биток, тот свои Gucci. Сейчас будет ностальгия. Залечишь раны, радостью подменишь печаль. Дашь поцелуй мне,
и светлой станет даль. Пройдет боль, и счастье утопит меня. Счастье быть с тобой, только тебя любя. И будут лететь годы, осушая воды, храня бережно нашей любви.